был членом Конституционной комиссии, которая собиралась по призыву Бориса Ельцина в тот момент, когда еще не был расстрелян Верховный Совет Российской Федерации. И мы писали совсем другую Конституцию, которая потом была изменена, выдана за результат работы Конституционной комиссии, выведена на референдум, и через неделю после референдума, или через месяц после этого, все результаты этого референдума были уничтожены. Я хотел задать вопрос примерно тот же Борису Березовскому, который, по сути, задал Максим Шевченко. Борис Абрамович, только что президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, я думаю, вы об этом знаете, на встрече с лидерами оппозиции заявил, что в 1996 году Борис Ельцин не был избран, что на самом деле это была фальсификация.